вечеринки, а вечеринка посвящена мировой премьере Skoda Kodiaq. Автомобиль, который вот в таком виде. Вы его уже знаете, да, он уже глаза намозолил. Это хитрый маркетинговый ход. И Skoda, и все подряд так делают, показывать вам то фару, то крутилочку какую-нибудь в приборной панели, то зеркальце, то лампочку. Или вот так закамуфлированный автомобиль. И тянуть резину, чтобы интрига была полной, чтобы потом показать вот так, как сейчас покажут его нам. Мы в Берлине. Я не знаю, как называется это здание, но оно в модном стиле Industrial. Мы точно успели, потому что машину еще никому не показали. Что еще вам интересного показать? Ну, это понятное дело. Рамштек. Это то, чем будут потом угощать. Журналисты со всего мира на радостях начнут мести вот эту самую еду. Я попробую поближе подойти. Вот тот самый момент. Only in the wild can we confront the essential.
ourselves, our limits, where the fun is, and where we need to hide. We just like being active, and in the end, we want to be on the winning team. We are looking for an ideal teammate, someone who gives us support, who is open to crazy challenges, and who is as determined as we are. Естественно, здесь очень похоже на суперповский.
Собачка. Объемные датчики на задней двери, то есть вот он провел ногой под бампером. Но это такой трюк, который не новый, там тысячу лет. Да, давайте снимать друг друга. Зонтик, да ладно. Точно супер? Это супер, ребят. Супер, так не супер. Мы примерно так же будем учиться произносить название этого кроссовера, мне кажется. Слово не наше, не знакомое. Будем плодиать. Вот он, Йозеф Кабан. Это шеф-дизайнер, человек, который вам нарисовал Кодиак. Как вам, Йозеф? Ну, себе он явно нравится. Вообще, наверное, это очень круто с точки зрения чехов, да, что чех стоит и рассказывает немцам в Берлине про то, как надо рисовать автомобили. Черт, он прям на меня смотрел, когда сказал, это Кодиак. Я проникся прям. А ты проникся? Да, да. Видите, как много русских. Я просто повернул голову, спросил у ближайшего человека, да, понравился тебе Кодиак? Я местный гастарбайтер. И он по-русски говорит, да, вот те раз. Я плитку ложу здесь, в крафтверке. Тогда мне все понятно. Давайте машину лучше смотреть. Шоу кончилось и началась вакханалия настоящая, потому что открылся доступ к автомобилям, и все, журналисты бросились кто куда, кто к столам, потому что фуршетная линия тоже открылась в данный момент, но я вместе с вами иду смотреть Кодиак. Так, человек, что-то он, по-моему, недоброе задумал. Не самый выгодный автомобиль в плане цвета для съемки, зато здесь светлый салон. И меньше всего людей. Двери супербовские, я прям вижу их. Прикольный механизм крепления. Те же самые ручки. Так, человек измеряет ширину. Я не успел снять. Что он тут намерил? Сколько? Здесь у нас потайной ящичек. Опс, все, у меня проблема. Нам сейчас надо срочно посмотреть, как трансформируется сиденье второго ряда. Ну, нормально тут, да. Сзади есть престижные сиденья. Маленькие-маленькие. И обивка классная. Интересно, что за версия, доедет ли она до России. Но мне нравится такой вариант обивки. Есть в нем что-то из «Звездных войн». Огромное пространство сзади. Вот он я. Под 1.90 м, как вы помните. И вот таким образом сижу сам за собой. Такой прикольный дефлектор.
Я вижу очень много интересных деталей. Не зря Йозеф Кабан показывал всяких железных человеков, суперменов и прочие разные на экране, потому что что-то вот в этом дизайне есть от Лукасфилма и Марвела и чего-то еще. Вот смотрите, какая док-станция. Естественно, как в Суперби, здесь есть полноразмерная розетка. Есть розетка на 12 вольт. Все пытаются распахнуть заднюю дверь на угол побольше, но это даже это не 90 градусов, это чуть меньше. Дверь широченная для того, чтобы был доступ на задний ряд. Вот, сел человек большого размера, его сейчас попытаются утрамбовать. Так, здесь есть вперед. Смотри, что, фокус удался. О, а вот эта версия без третьего ряда сидений. Смотрите, насколько больше здесь простора. Насколько просторнее багажный отсек. Он попроще выглядит. Зато здесь появились Simply Clever крючочки. Ниша дополнительная. Там, где подлокотник и подстаканник для сидений третьего ряда. Здесь, опять же, мы видим то, чего не видели в той версии. Это что я сделал? А, это я фарков выпустил. Ха, вот так. А как? Ага. О! Simply Clever? Simply Clever. Розетка 12 вольт. Система опрокидывания кресел. Механическая. Но весьма эффективная. Смотрите, какая ручка здоровенная. Она пластиковая, поэтому ее сделали такой сложной. Под полом докаточка и набор инструментов, и небольшой органайзер. Есть система, да, как... Опс, подвесили за крючочек. Этот человек, я так понял, отвечает за всякие Simply Clever фишечки. Сейчас он нам покажет еще какой-нибудь фокус. Опс. Так, ну все. Я хочу, чтобы панель светилась. Простовато, да? Нет никаких спецэффектов, супервижена. И здесь непривычно, неожиданно появилась какая-то декоративная панель. Никаких кнопок. То есть здесь у нас органы управления освещением, такая все фольксвагеновская, все шкодовская система, а здесь декоративная панель. Хотя вот в этом месте могли бы быть кнопки, причем много кнопок. Но много кнопок здесь не нужно, потому что все вынесено на центральную мультимедийную консоль. Она похожа по ощущениям и по размеру на какой-то iPad. И все управляется. Поиск телефона. Радио. Как она шустро работает, эта система. Лист станции. Он понимает жесты. Этот мультимедийный комплекс. Те же самые жесты, что на смартфоне вы бы употребляли. Я вижу порт USB. Один. Тут у нас рояльного лака. Штучка. Гнездо AUX.
отключение старт-стоп системы. Самопарковка, вот тоже новиночка, да? Парктроники, это парковочная как раз система кругового обзора. А почему он нам ее не хочет показать сейчас? Я бы сейчас с удовольствием на нее посмотрел. И нет кнопки, чтобы нам ее увидеть. Ну, машина, смотрите, что, она онемела, парализованная. Оффроуд режим. Есть кнопка оффроуд режима, но это, скорее всего, блокирование центра. То есть распределение крутящего момента 50 на 50, потому что коробка DSG, скорее всего, здесь система полного привода чем-то должна напоминать Шкоду Йети. Бардачок небольшого размера, вот туда А4 даже, и один еще перчаточный ящик наверху. Много декоративных элементов, вот это очень неплохо выглядит. Мне кажется, это зеркальное отображение капота, как будто он вывернут наизнанку. В общем, красиво. Сейчас мы осматриваем подлокотник. Где у нас тут Simply Clever решение? Это подстаканники, да? Такой трансформер. Можно сделать полочку. А вот эти штуки — это ответные части днищу бутылок, донышко бутылки, которое вы сюда вставляете, оно фиксируется, и вы проворачиваете, открываете крышку одной рукой. И вот такие рукояточки, которые, ну, то ли Porsche, да, Porsche, то ли Volvo, то ли сейчас много кто такие штуки делает. Вообще, это, конечно, Porsche-вская тема. Кто об этом сейчас вспомнит? Особенно, когда эти ручки выполнены из пластмассы. А вот здесь где-то появится, наверное, вот здесь кнопка Aeroglonass, когда этот автомобиль все-таки доедет до России. Панелька очень мне напоминает Volvo. Очень. Вот пока она сейчас такая мертвая, мне кажется, эти циферблаты, вот если они здесь будут подсвечены еще синеньким цветом, это такая Volvo, причем не из последнего поколения. Давайте уступим место. Все хотят смотреть на Кодиак. Такие штуки мы видели на Skoda Superb. Это то, что имитирует структуру хрусталя, чешского традиционного хрусталя, ну, как говорят сами чехи. На самом деле не важно, что оно имитирует, выглядит оно действительно круто. Алькантара! Привет, сами знаете кому, королю Алькантары. И опять вот эта прострочечка. Те же самые отделочные материалы, как рояльный лак, черное дерево. То, что нам анонсировали, это система, резинка, накладка для защиты двери, ну, собственно, вашей двери, что вам интересно, и дверей соседних автомобилей, когда вы распахиваете свои на тесной парковке. Одно из Simply Clever решений. Стопудово оно будет идти не в стандартной комплектации. О, и забавные торбочки. Торбочки Шкода. Я не думаю, что это подушки безопасности. Хе-хе. Это какие-то шкодовские пледики. О, тут творческий беспорядок. Вот когда журналисты пришли, причем отовсюду, и немного познакомились с устройством салона. После них остается вот что-то такое подобное. Автомобиль готов к эксплуатации. Welcome. Я не знаю, кто это. Для российского рынка нет никакой информации пока. Ни по ценам, ни по комплектациям. Какие моторы окажутся у нас в итоге под капотом, тоже непонятно. Но модельная линейка Кодиак
располагает тремя бензиновыми силовыми агрегатами, двумя дизельными и максимальный двигатель, максимально мощный, 180 лошадиных сил. То есть флагманский топовый мотор все равно остается за Супербом. Только с чем где эта позиция того авто. A tohle, co se týče parkování, že když zaparkuju, koupím si. Если помните, как в первом поколении Шкода Йети выглядел, у него были фары верхние и фары нижние. Какие главнее, было непонятно. Вот Кодиак немножко трансформирует эту идею. У него есть теперь верхние фары и нижние фары. Они на два этажа. Вроде как по логике вещей противотуманки надо помещать куда-то вот сюда. Но их поместили прямо под фарами головного света. Это необычное дизайнерское решение. Мне кажется, это отсылка как раз вот туда, к Шкода Йети, чтобы сделать это фирменной чертой внедорожников, вседорожников Шкода. Капот такой очень бульдозерного типа по сравнению с Супербом. Морда у него, конечно, не супербовская. Куда-нибудь рассказать своим друзьям про новый Кодиак.